Это интересно. На себя кидай бодрейвен и на себя скинешь. Ну, я диван кого-нибудь. Орехи на меня, встаешь в уголок, ждешь смерти, стреля. Ты бежишь, бежишь орехи на хик, на хай и туда в стенку бежишь, блядь, это вот, я тебе метку поставил. Топ-хайп куда-то пропал, нахуй. Стреляй, вон красная метка для тебя. Встань в красную метку. Позади, да. Вот там искать. Попал просто, не слышал. 3, 2, 1. Поехали. Где был Тревен? Нужно подойти поближе. Все, добежал. Все, фарм. Снимай диван, если всех. Мне вставать? Нет, никто. Стреля, вставай с тела. И... Все, только стрель еще остался. Ставь шкаф, я Summoning Freak, суммоните стреля. И топ-хайпов по ним. Следующий суммонит. Все рыбу пожрем, пойдем бить. Тебе похуй, поехали так. Можете спать. С одной ручкой еще там 20 тысяч трэш. Петя на боссе, Андрей на этом. Топ-хайп украл, смотрю. Летчик-испытатель. Дайте себе рыбу. Так, кто не был на этом боссе, жмет не готов. Там только хан вроде. Стреля не был.
Короче, тактика на босса. Не, не было, для хата. Что? Не был, но тактику смотрел. Это кто? Норм? Стреля, стреля. Ну, короче, твоя задача хилить танка у фолла, который будет сильно проседать. Не стоять под конусное дыхание, то есть в кучах не кучковаться. И когда тебя телепортируют, не стоять близко к бомбам, искать свободное место. Все, это все, что тебе надо знать. Дальше, для Наоми. Череп выйдет тролль, его надо быстро залить. Крестик вообще не трогаешь, не дотошь, ничего не делаешь. Дальше, будут выходить птицы, я буду говорить, когда играть по птицам. До этого момента тоже их не трогаешь. Сопроты не пьем, все фулл две фласки. Дальше, для Наоми. Босс будет телепортировать тебя в центр, твоя задача смотреть себе под ноги, там будут такие большие шары валяться. Шары потом взорвутся в один момент, и тебе надо сделать так, чтобы ты стоял, ну, между шарами, короче, там взрыв 5 метров от них, и не умер от них. Один взрыв шара, ты мертвый. Также во время вот этих шаров, вот эти вот проходы, где мы сейчас стоим, и вот там справа-слева, будут закрываться стенками огня, стенки тоже взрываются. И слева от босса, вот там вот, будут куча костей. На куче костей никогда не стой, там бомбы кидаются под кости, их не видно иногда. Ну, чек на понимание, есть вопросы, спрашивайте. Там Мэрбонд, кстати, зашел, как думаете? Я думаю, что нам уже люди не нужны. Че там, Андрюха, баф не хватит для приличия. А я что, не бафы? Может быть, третий ломан получится получше. Третью поставьте. Третью поставил. Все готовы, да, опять. 3, 2, 1, полетели. Хорошо стоит. Пуши не стойте, босс с конусом дышит. Черепок убили. Черепку. Видите чем-нибудь по второму? Я сбью. Со второго не трогайте. Видите, босс пока. Первый только не выжимайте, свои огненные, которые... Смотрим под ноги. Стали, чилим. Хорошо. Разбежались, чтобы не стоять кучами. На один угол свободный, никто не стоит. Не трогайте, блядь, мобба, не присти его, не забирайте. И старайтесь там, где метка стоит, короче, там не заходить, там бомбы могут быть в текстурах. Не диспелить? Пока нет. Так, если надо будет, я сам. Свободное место нашли, стали, отчилили. Можете олить уже дракон. Возможно, а уйди на пул, давай ебаных медведя. Разбегитесь с РДДшниками хотя бы, шмелики не могут. Не вливайся пока, ты, ну, потому что у тебя рост собрать тяжело, нахуй. Всё, разъёбывайте трэш. Я сейчас с мастагро босса. Аккуратно, не взорвите. Бурсты отдавайте по трэшу быстрее. Сацуны агро скинь. Этот моб чуть надо будет забрать его потом.
Быстрее доливается. Хорошо, лови следующий. Соситесь. Мы этих мобов не убиваем, которые... Нет, просто бейте босс. Все, ловушка ржет. Свободное место нашли, сейчас очень важно. Все, пошли по мобам бить. Первый нажмите. Круто. Молодых хилится. Эти диспели, холодный диспель. Этот Бладрейвы, дай СС по мне быстрее. Да ладно, похуй. Вкусно было в дрюхе стаки снять. Еще птички будут? Нет, и все. Плохо как. Под боссом бомб надо аккуратно. Я говорю, не подходить к стенкам.
Что сам отказываетесь, побежали за мной. Готовьтесь петь или Freedom Potion. Моп, словите танки. Блять, ну фрики, ну. Бог, бейте. Тремор, поставьте, пожалуйста. Стреля, поставь тремор. Он диспелится, да. Я диспелю. Ладно. Запилятля, попробуйте, пожалуйста. Черепок запуржится. Воет. Просто. Вот, короче, я не знаю. Блядь, я не знаю. Я на КТД не хочу распиздяю в рейде, вот честно. Вот этого дерьма не хочу. Да, блядь, все. Будем собирать тех, кто. Хочет. Одно на другое наложилось, ну ебать, ну я же не каждый день так вылетаю. Да я не про тебя, я не про тебя вообще, в общем, типа. Да просто... Хант, ну тоже, я его вижу первый раз, тоже сомнения были, ебать, ну хуй знает, кто он такой. Мы бежим до этой... до острова. Freedom Potion пьете, потом бежите. Так, я дам диван, больше ничего не даете. Стреля, бежишь с нами. 3, 2, 1. Поехали. Новыми для тебя это не важно. А я выпил. А ему похуй. Я в медведе бегу. Дай охлаждение, пожалуйста. Все, меня убили нахуй, если что. Бежим, я к тому. Я к тому, короче, это, почему люди, которые постоянно играют, постоянно дают свое время, должны, блядь, страдать из-за каких-то непонятных людей? Вот это меня самым больше раздражает. Диван будет или ты? Ну, я вообще... Что дали диван? Я удивился. На встречу вы бежали. Я удивился, что Скибиди ушел, блядь. Почему так? Ну, почему нас бросили? Ну, хуйню замутил и все. И у меня других слов нету, блядь. Сундуки, не сундуки, но мы ж тут все собрались, блядь. Что теперь? Это такое ощущение, что другого шмата, кроме сундуков, нету, да. Ну, блядь. Жулджин тоже непростой босс. С него вон тот же зов охуенный. Нет, не масс-рез. Таргетно. Есть резнуть? Нету. Ну, кастуйте масс. У меня больше всего загорело... Стой. Загорел жопой из-за Ханта и Жени, вот. Беги к острову. А есть инженерский ключ у кого-то наш? Вон он стрелял, он сейчас резнет, вон он в воде прыгает. Это шкаф. Шкаф. Моему фологу. Сейчас осталось, хули, этот рысь простой, но как раз тоже изулжен тяжелый доступ, привычный. Чего изулжен сложный, я не понимаю. Ну там ДПС хороший. Ходите сюда. Freedom Potion откатились? У меня, да. Что опять, да. Прохильте. Стреля, вешаешь орехи быстрее, убегаешь. Мобов. Орехи по кому? По хаю. А меня мобы не шотнут? Ты убегаешь от них, то есть ты вот туда вот убегаешь и подальше куда-нибудь. Понял. Цель заключается в том, чтобы ты типа на себя мобов собрал.
Все готово. Выпили фласки прямо сейчас. 3, 2, 1. Понеслась. Дал масть. Аккуратно, там кривая лестница, и надо слева бежать по ней. Все, Бог дал. Диван даю? Да, давай. Все, все упали. Снимаю диван, резко. За шкафы досумониваем. Давай шкаф. Там X-Freak, стрели, топ-хайп, вставайте, сумониваем. Топ-хайп, сумониваем. Нужно подойти поближе. Сосунь. Ты... Все, скидывайте бафы и полетели. Кто не был на боссе, не готов жнуть. Самый новыми стрели. Короче, Наоми, твоя задача на боссе. Ты бьешь сначала тотем, потом рысь, потом тролля. В таком порядке. Все, что тебе надо знать. Стреля. Тебя просто хиль. Ничего из них не надо. Все, все готовы. Давай. 3, 2, 1, приехали. Стреля тотем на природу, только поставь, вот. У нас, кстати, массивов нет, надо будет просчитывать. Дрюха, забери. Что сделать? Забери! Я гранобил, забирай. Потому что меня разнесет. Ну, на мне почти 100% агра, ребят, ну что? Выкинул с игры. Готовьтесь, по рысе поехали. Войда выкинул с игры. Трансфигурация меня убила. И рысь. Пиздец. Я прожму сейчас, сюда берем. После перефазы рейс с ним, Петя заберет босса рейс. Хуярит нахуй. Ой, ты будешь здесь палить или нет? Выкинул вас с игры, слышно? Войд? Прием, прием. Не вставай, он клип. СС? Сейчас, да. Сейчас дом шотнет нахуй. Маны не хватит на это. Ну, на перепазах заливать будем, все нахуй. Там фу уже еще. Полступ с камер сидит и подиспали. Ладно, поехали. Жмите свои сейвы пока, бля. Хуй знает. Я сейвы, мы дожали сейвы. Пул профил. Я дисплея.
Ну, он бежал, побей босса тоже. Бей просто пары, если на босса агресса вам берется. Сейчас с Ацуной сделай пару шагов назад, только бивни. Еще две рыси будет? Еще одна рысь будет. Он снимает, я не знаю, сказали, не сказали, что проебался. Что? Он снимает версу. Хорош. Готовьтесь и вы. Пожали. Стрелю пропил. Дисплей. Дисплей. Тем. Хай дисплей. Тотем, тотем. Фрик по тотему бьешь тоже. Тотем. Стрелю диспел. Хорошо. Ты там. Что-то там. Ебашит халайзи, ребят, появляется дух, надо ебашить дух рыси, не халайзи, уже ебали ему 30% хп. Все все знают. Да у меня кливом бьет. Ага. Вы не поделили кем-то, а, берсант. Берсант. Ты там вставалка есть у стрели? Жди. На ломе. Реснишь. Давай, масрез. Очень духи долго умирали. Очень. Сука. Ты еще спрашиваешь, блядь, Войт, ты будешь диспель? Я тебе говорю, блядь, говорю, вылетело. Не слышно было, наверное. С Вовки выкинула она. Кто-то жизнь чинит. Жуса поставили, чинит. Поставь шкаф, бодрее.
Идем. А ему сундуков нихуя не надо, чтобы ему КД просто вешать. Может ему сундук. Вот тут что, я вот этого жопу говорит, понимаешь, вот. И стреля. Вот эти три человека, да, ну условно, типа, они могли пойти в следующем рейде, то бишь, и как минимум золота 3. Нет, тут ДПС надо вот 10к. Ну, типа, чтобы вообще нормально, стабильно проходить рейд, без всяких заебонов. У Наоми совсем все печально. По ДПС. Ну, Наоми, вон, где его взяли, уже просто некого было брать. Ему приебаться нечего, да. Он предупредил, не тактик не знает, ничего не знает. Тепните. Оказывается, я сегодня суток пришел. Сказали, что целый день что-то с утра выкидывало. Интернет то включится, то это то выключится. Но я роутер ребутнул, не знаю, поможет это нет. С телефона либо не себе нет, пока ты все. Да у меня нет телефона. Для подозрительной записи, блядь, лол. Ай, рыбу. Пойди, надо ее еще с рыбой взять, у меня кончилось нахуй. Я обычно взломан 2-3 рыбы беру. А тут 9 уже ушло, на. Кто там плечо выиграл? Топ хайп вроде? Я хуй. Да, вылетел, будет. А он мне написал что-то подозрительные записи, Риги у Джипса нельзя даже купить. Может и IP сменился. У роутера динамический IP. Не до IP привязывается учетка. До IP. Нет. Если бы так, то у меня каждый ребут роутера, то есть каждый день пришлось бы подтверждать. У меня каждый раз, да, у меня каждый раз новый IP-адрес. А еще часто захожу через VPN, то вот, тем более. Тут придется до железа твоего. То бишь там где-то на диск C, блядь, туда где-то в лаунчер файл прописывается, в реестр находится. Открытый. Что вы с нами? Реги покупаются, да. Реги купил. Кстати, лапку пристаба. Далась лапку баф. Готов. Блять, застрял в ебаных коробках. Блять. Что, пулю? Да. Ждем. Я тебя убиваю, Рос. Все, поехали. Берса. Вы, видишь, он вырастает, сразу снимай берсу хам. Ой, считай всех, пожалуйста. Каждые 25% будет взрыв. Поехали по рыси. Геру дайте. Ой, диспелишь? Угу.
Начинаю всех обшитовывать. Что-то отказывайтесь, умирайте. А мы отказываемся, все, сори. Вот, вот такая хуйня, знаешь, когда провайдер отключает интернет или что-то вылетает. У меня вот бывает, но я не знаю, блядь, раз в 5 лет, наверное. В Новосибирске, когда жил, блядь, отдельно. Тоже, ну, блядь, сколько я там 5 лет прожил, и за все эти 5 лет один раз только было. Прям, блядь, выключается интернет и все. Нахуй я еще звоню, блядь. Один раз в жизни только звонил провайдеру, говорю, что за хуйня, интернет не работает. Они там, ой, давайте там IP ваш, там назовите, блядь. Всякую хуйню заставляли делать. Но сегодня не знаю, что, блядь. Обычно техподдержка ничего более, чем советы в интернете не говорит. Как советы в интернете прочитать, если сейчас, сука, нет интернета, блядь? Ну, телефон. У меня нет телефона, я же говорю, блядь, я бомж. Ну, это уже сложнее. Я позвонил это, техподдержку. Говорю, так и так. Коммутатор выше стоящий, пинговал, протрассерил ваш ДНС, протрассерил еще какую-то хуйню. Туда. По заявленным в договоре 8% потери пакетов не выполняется. Потери 40% пакетов на 10 тысяч кинутых пингов. Ваши аргументы, ваши советы. Минутная пауза. Сейчас я вас свяжу с техническим специалистом. Ну все. Я, короче, загрузил. Говорите, перезагрузите роутер там. А там я все, я сразу подготовлен. И перезагружал, и кабель перезадел. Я говорю, я еще и перезадел, и разъем блока питания перепаял, и собрал вообще заново блок питания, стабилизатор к нему прицепил. Так.
крысы там полностью подготовлены. А у вас наш роутер? Там все это. Там три роутера было использовано, вся хуйня. Вот это надо кому-то. Берите сапсины, пожалуйста. Не помрите там. Скажите, как... Ну, бля, сейчас мы дерьма пожрём в два ретрика и ДКшников двух. Это весело. С лужи выбежать не сложно. Если эти два ретрика сейчас лужу будут лить. Кого это расскажет? Блядь, ну вы чё? Я бил череп. Ничего не знаю, блядь, и сдох. Короче, конечно, нахуй, когда этот Вася Синрицу, нахуй, напуливал это, на Реслина, нахуй, Лича, воет Лича Танчи, тот на Реслина напуливает. Вот Вася нет. Конечно, с такими рогами Мишкой заебешься танчить, нахуй. Если бы напуливали, нормально бы все было, да и хилы хуй знают, проебались. Сидели, наверное, блядь, на расслабоне, ждали, когда же у меня, блядь, 10% хп останется, нахуй. На ребре, блядь, уронили, пиздец. Расстройство ебаное, блядь. А так-то мне хуй танчит. Да мне кажется, больше было. Мне кажется, Арислин просто не добежал под клею и все нахуй. Я не помню, там надо, блядь, видео смотреть. Просто там как раз вихрь закончился. Первый удар, ты, блядь, это, типа, под упоп, и сразу за ним второй ты умер, нахуй. Там, знаешь, как было? Там я, короче, почему-то решил стаунтить, нахуй, хуй знает, то ли подвинуть ребро, то ли чё. И, короче, он, скорее всего, автоатаку... Он, скорее всего, дал автоатаку и костерез потом и убил. А если... Забери, пожалуйста, а если будет ШП, то это майнд-контролем будет давать, да? Ага. Дал зубы. Майт контроль это хуйня. Ну хз, когда тебя ДКшка с двух пиздюль убивает. Этот да, диспелится он... тотемом, и у меня раса нежити, я снимаю и даю вас диспел, все пиздец. Я просто вейдится в 0-1. Не, он, ну типа, если на 10, то не знаю, не, ну я снимаю, блядь, тотем снимает. Если не снимет в тик тотема, типа, то может быть вейдится, да. Типа, я могу еще подержать в слипе одного. Желательно РДДшник. Он там есть. То, что два пала у нас, это хорошо. Флешками будут помогать. А в это, бросается в овечку эта змея или нет? Нет. Нет. Панты вроде может что-то делать. Не, сова может слипать. И... Наоми, ты можешь... Животное там фирять по КД или. Фирить там или что-то может, да. Отпугивание зверя, а друид может слипать. Да на фир там надолго, на минуту кидается именно. Ну линка не фир какой-то. Мне просить не тут потанчить, опять и побить, чем мне сове хуярит. Да, звездопад ебаный. Там не обязательно ты можешь кастовать из медведя. Слип. Да? А из медведика стоит? Это общий скилл. В балансе вроде. Мне кажется, нет. Это мне общий скилл. Если в медведя смогут кастовать... Не, он не в медведе, ты из формы, тебе надо будет все равно выходить. Ну, так с формы выйдет, его пизды дадут. Проще ханту зафирять, конечно, блядь. Я думаю, там дименит. Да он типа 10 секунд разницы. 20 секунд, да и похуй, заебись. Да проблема не в том, что мне сложно, а проблема, что мы потеряем ТПС, плюс и мне надо будет шмот снимать нахуй. И это. Ну типа просто мне придется весь шмот снимать. Короче, что мы делаем? Черепок маг дает хекс. Хекс даешь сначала сало по нему, потом хекс. Ну тик-теста, потом хекс. Я понял.
Тиченко, по нему даешь репку Сацуне, по квадрату репку даю я. По скользю, звездочка, будешь хантом давать хиры. А шакал не дольше? У него КД, придется мне слипать, у него КД долгое. КД 30, 20. 10 сек, как-нибудь переживем. Короче, когда видишь, что звездочка кастует, топ-хайп, давай по нему кик каста. Це как раз будет катываться. Сможешь? Да я буду слипать, Ваня. Ты выйдешь из формы, откиснешь на ряду. Я уже в скале опять оттанчиваюсь, все. Давай не будем. А трапу интересно, хуй, не знаю. Ну что, снимать три шмотки получается. Пушки не работают. В смысле, что я в сове? У меня шмот танковский на мне нахуй. Хм. Почему не дашь? Бля, у меня шмот опять в банке нахуй. Дай портал. Все, какой банки? У тебя шмот на тебе совидный. Не, он умеет видеть Т4. Т4, чтобы убрать. Ладно. У меня там говно шмот есть. Там, короче, как тяжко будет захиливать там на четвертый, там на пятый раз, там уже смотрите, там мастера еще какую-то хуйню там. Ну все надо. Новыми надо. Фу, какая рожа, можно трансфере забрать, а? Новыми прием. Или вот это. Выбирай, короче, что тебе лучше. РПБ хаст или крит хаст. Так то плечо, это грусть. А. Да что я тупой. Ебани шкаф, в нем его там кошмар взял. Все оба надо. Никто не выиграл, ебать. Там доны дырявые у него просто. Ну, забери себе каску, наружу натянешь, будешь пугать. Тебе надо, Андрей, РПБ хоста грудь? Да не, парашка. У меня есть такая, есть, вообще, блядь. Себе оставлю. Круто, кроль, меткость, крит. Полный банк, нахуй, 264-го шмота лежит, ненужного, нахуй. Давай мне, это плечи 277 или нет? Что какие 277 что? Там плечи ж будет 271. 271. Хайп закрыл. А, ну да. Готовность на пол поехали. И все. Папку баф. Еще раз. Турга, череп. Пок контролит топ-хайп, Тиченко контролит Сацуне, звездочку контролит Андрей, квадрат контролит я. Все, все готовы. Тема стандартно. Тремор можешь не ставить. Подошли на рейндж каста. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Не, Номи, ты ничего не делай. Ты просто бей. Но мне твоя задача, если под тебя лужа ДК разлилась, выпрыгнуть из нее за секунду. Бля, а если тут Старфол там сейчас далеко, нормально будет, не? Ну, если мать, далеко, вообще да. Не давай. Вот, если где-то шкаф где стоишь. Хиливай. Бодро,
Распилить прямо сейчас, потому что когда это делать. Ну, петух прибежал. Топ хай. Стреля, дай по черепку свой хекс модный. Промах. Пойдёшь. Апы с отсуны. Смерть была. Ебани. Что... Иннер, ебани. Хуй знает, что их убило. Проклятие Рока. А-а-а, диспелить надо проклятие. Андрей и Топхай, видите проклятие, диспелить? Уж мало не прокачано. Не знаю. Вообще должно быть прокачано. Проще на них это скинуть. Пока иду, нет. Поле не забываем, тут хайпа украла. Сейчас контроли выйдут. Петя болячку разбил, походу. Забери турбо. Я? Нет. Да, ты. Или Пол Дрейвен. Еще раз говорю. И вот на себя. Я сам Тимуром не вижу, я не пользуюсь вообще практически. Эля, хиксовёшь туго пока, да? Контроль Коб. Андрей. Ну видишь, он слетел, я никто ничего не трогал. Он иногда слетает за 10 секунд. Да я где-то вой говорю, у нас тоже такая хуйня была, там этот перел душился, блин. Когда ты там стоишь, говори. Без гимна, а потом мало леса. Говорите, у кого он, пожалуйста, я тут не замечаю. Топ хай. Сейчас будет урон. Икскрик, лужи будут готовы. Контроля. Давай дойди спальню. Красный. Аккуратно, там еще на 7 близко. Нажмите Геру. Хиливаемся, я нажму мастер. На 7-то можно фигнуть, он убежит там за покаяние. Следующий раз. Приз. На мне турк. Фиры, дискол. Собственно, забери тьму. Нажмешь, когда скажу. Жми. Медведь украл. Диспел. Босс. Босс. Не получается. Диспелится. Да не диспелится. Свои сейвы снимать.
прокладки. И себя прохиливает. Ладно, да бейте, просто бейте. Бестыня. Дерьма навалил, как обычно. Хуетища. Хотя, в принципе, на какого-нибудь хапало. Ничего. Раз. Тебя шок столько же хилит, как триггер. Две минуты. Лишним не будет, типа, все равно профит не совы какой-нибудь. Лишним не будет. В крайние моменты. Сова тебе СПД дает, не надо.